И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, King on Fire, Думич, All TV, Заварной Кофе, Дэн, Венера, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Ребята, сегодня очень классная, веселая рубрика «7 крокодилов-дантистов и арена, где будут пацаны выживать». Правила очень простые. Кто останется выживший, тот и будет выживать на арене. Если опять укушите, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Так, ну что, давайте. Нажимаем все одновременно, чтобы было по-честному. 1, 2, 3. О, есть, я сразу умер. Ребята, я не буду на арене выживать. Вот сразу. Это хорош. Блин, это так классно. Если вам нравятся такие ролики, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Залетайте в мой инстаграм. Я веду свой влог, можете увидеть меня вне ютуба. И в Дискорд тоже. Ссылочка где? В описании. Совершенно верно. Ну давайте, пацаны. 1, 2, 3. Wow. Что? Никто не умер? Никто. Да. Так, а что у тебя? А, два зуба нажаты. Я же хочу, чтобы никто не мухлевал. Хорошо, давайте дальше. 1, 2, 3. Опа! Сразу отсеялись. Ну я подался. 1, 2, 3. Никто. Никто, пацаны, вы молодцы. Счастливые крокодилы у вас, пацаны. Анти-счастливые. Ну что, нажимайте. И что? Нет, чего? Вы так хорошо играете прям? А если не втроем? Подожди, а ты не нажал? А, нажал. Что? Вам везет. Ну ладно, хорошо. Давайте. 1, 2, 3. Нажимайте. Опа! Ну что, заварной кофе. Иди на арену. Сейчас будем над ними издеваться. Сейчас помидорами будем кидаться в тебя. Не, ну можно и помидорами тухлыми кидаться. Я не против буду. Так, давайте, давно у нас не было аниматроников. А вы уже кидаетесь тухлыми помидорами. Ну хорошо. Поехали, аниматроники начинают тебя мочить. Так, один аниматроник пока меня сегодня убивает. Давайте еще один. Давай, погнал, погнал. Так, сейчас его поймают. Есть. Ну, довольно-таки быстро ты слился. Я надеюсь, что буду дольше выживать. Это запах виноват во всем. Блин, а мне нравится эта рубрика. Классная. Я опять тут буду. Активируйте своих крокодилов-колдунов. Будем начинать второй раунд. Просто рубрика дня. Это, конечно же, круто. 1, 2, 3. Никто не умер? Да, никто. Никто не умер. Хорошо. 1, 2, 3. Никто. Чего? А может нам бракованные крокодилы попались? Не-не-не, сейчас я кто-то может смотреть. 1, 2, 3. Опа, один слился. Ура. Хорош, так, поехали дальше. 1, 2, 3. Опа, еще. Эй-эй-эй, я не хочу выживать. Я не хочу. А я хочу. Хорошо, значит будешь. 1, 2, 3. Я выжил. Так, нас четверо, да, осталось? Ну что, пацаны, нажимайте. Опа, еще! Я живой. Опа, ребята, начинается решающая дуэль с All TV. All TV, ты хочешь выживать на арене? Да. А, ну все, тогда сейчас мы это сделаем. 1, 2, 3. Блин, я не хочу там умирать, но чувствую, придется. 1, 2, 3. Ну нет! Пацаны, все, я побежал, я вспомнил, мне надо купить молока. Булечка с сосискою. Так, а кто будет мне монстров ставить? Давай я знаю. Давай, давай. Только не возле меня, а там где-то в уголку, чтобы я сразу не слился. Ну что, ребята, сейчас я покажу, как надо выживать. Так, отлично. Давай еще. Они что, вас тоже агрятся, вы же понимаете? Вы говном кидаетесь. Вы задрали куски говняшкины. Эй, тихо, тихо, тихо. Фокси, успокойся, придурейшин. Тихо, тихо, тихо. Эй, они все на меня загрелись. А нет. Хорошо, ребят, смотрите, как я долго выживаю. Знаете, я мишку Фредди. Опа, хорош. Они за тобой агрятся. Вы можете надо мной летать, тогда будут они за мной бегать. Тихо, тихо, тихо. Зафига я это подсказал? Я хочу жить. Они говно кидают. Ну, они, понимаешь, да, вы все закидали говном, они по говну плохо бегают. Ой, вот этот быстрый уже. Ребята, смотрите, как я хорошо тащу. А, ёбан, ну со спины, гитаристы вонючие. Я дернулся. Боже, чуть... Не подавился шлюною. Так, ну что, активируйте своих зубатых друзей. Я тут говном все закидали. Ну, ребята, ну давайте нормально говном кидаться. Так, поехали. Давайте, кто будет отчет вести? Давай я. Давай. 3, 2, 1. Опа, хорош, хорош.
Три, два, один. Что такое? Ну ладно. На говно. Три, два, один. Да вы понимаете, что... Никто не умеет. Что такое? Они софтеры. Ага, я понял. Три, два, один. Опа! Два слилось. Молодцы. Да, да. Поехали дальше. Три, два, один. Блин, опять не хочу выживать на арене. Ну не хочу я. Три, два, один. Ну умри. Да ну как надо умирать, ты не умираешь. Что за говно собачье? Три, два, один. Я сейчас... Да ну нет! Ну нет, ну нет, ну нет. Три, два, один. Ну, да ну ё-моё, ну блин, проклятые зубы. Два зуба осталось. 50. Да, давай. Вот это будет выигрышный. Вот это будет выигрышный. Давай, 3, давай. Два, один. Ес, спасибо, что подсказал. Спасибо тебе. Мы с вами победители. Так, нет, кто-то из них... А, все, пацаны, вам придется тогда вдвоем на арене выживать. Идите. Бежим. Блин, а прикольно, что двое будет. Правильно, отли для всех. Пацаны, ну что? Я вам приготовил много монстра. Давайте медленных поставим, чтобы было смешнее. Все, закидываем, закидываем, ребят. На. Опа, есть. Давай, 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 ты сможешь. Беги, беги. Так. Давай, Венера, ты сможешь. Мы в тебя верим. А, давайте тогда. Давайте все, где Венера стоит, давайте все сюда летите, чтобы они на него агрились. Они слиплись как-то. Они слиплись, у них липкие жопы. Венера, молодец! Ты хорошо выживаешь. При том, что даже по тебе говном кидают, ты молодец, держишься. Венера, ты чего? Ну я пока монстров не буду добавлять. Мне кажется, это достаточно, чтобы проиграть ему. Он поиграл там неплохо. Не трогай меня. Далее. Что? Ладно, давайте я поставлю. Сейчас я их удалю, давайте быстро в одного поставим. Опа, пошел процесс. А, он за мной загрелся? Тогда буду где Венера летать. Радиоуправляемый. Ага. Ладно, давайте еще одного поставим. Прощай, Венера. И еще одного. Летайте над Венера, а не на нас агрелся. Ну, Венера, проиграй! Да как, он должен был умереть, я прям ногами коснулся. Ну-ка. О, все, его зажали. Все. Нет! Венера, ты чего? Самый лучший выживальщик, Венера! Читы плохо. Все, есть у нас еще быстрый монстр, ребята. Он дошел до третьего уровня. А че не бегает быстро? Он же быстро вроде бегает. Да он не знаю, он чуть не бегает. Это видно только, когда ты за него сам играешь. Понял. Поставь банз один. О, давай. На тебе банз. Ну, вот, загрелся за ним. Так. Заяц хочет убить. Еще. 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 Ну, давай, Венера. Ты знаете, сможешь. Да, есть. Убили. Венера, ты хорошо выживал. Молодец, наполовину. Авчик. При том, что их двое было. Ну, я поддался. Раз, два, три. О, есть! Есть! Ну, блин, я умер, как конечно. Приятно умереть первым для того, чтобы победить. Это странно звучит, но в нашем ролике все необычно, как всегда. Так, у нас еще 5 человек. Давайте, раз. Мне нравится нажимать. Два, три. Нормально. Молодцы, молодцы. Раз, два, три. Опа! All TV, все, ты победитель уже. Ура! Ура, молодец. Раз, два, три. Опа! Ну что, решается King on Fire или Венера. Кто из них будет победителем? Финиш ему. Но если вы сейчас вернетесь вдвоем, будете опять вдвоем выживать. Итак, раз, два, три. Опа! Ну что, Венера, давай, лети! Ребята, сейчас будут очень классные аниматроники. Ребята, как я обещал, у нас будут марионетки. А от этого... Ты что, дурочка? Не ломай карту нам! Да, в момент её не хочет со мной. Блин, не надо тогда нам карту ломать. Мы в аренду брали. Да ты чё? Да на карту ломай, ты дура! Что ты делаешь? Не ломай карту! Венера, ты живой?
Да. Да не ломайте карту! Придурочный! Блин, ну ненормально так делать! А не карту сломал! Эй, не лом... Дурочки, не ломайте! Ну куда ты побежала? Давайте чинить это все. Блин, ну классно! Мы теперь знаем, что можно выживать от марионеток в деревянном здании. Ребят, это же круто! Жамшут и Рамшат пришли, нам построили здесь кривые калитки. Ну все, мы заделали. Мы готовы к следующему раунду. 3, 2, 1. Нормально. Никто. Хорош. 2, 3, 1. Никто. Кто-то. Винара теперь уже не будет выживать на арене. С бешеными марионетками. 5, 2, 1. Есть! Есть! Рады! Класс! Винера, мы с тобой в одной команде! Танцуют все! Дима, на тебе по лицу. Эй, не кидай гомной. 6, 8, 2, 1. Ты хорошо читаешь? Нет! Опа! 3 человека осталось у нас. Я хотел повыживать. Ну что, успеешь? 2, 8, 1. Так, никто. Ничего себе. Что ты делаешь? Венера, ты что-то... Опа, заварной кофе. Ну что, Дэн и King on Fire. Кто же из них будет проигравшим? Кажись, я буду. Ну, давайте посмотрим. 8, 2, 1, 6. Никто. 3, 2, 1. Зубов все меньше и меньше. Вот этот зуб будет проигравший, вот этот вот. Хорошо. 2, 1. Есть! А, ну все, вы вдвоем будете. А, вдвоем. Че, вы хотите опять марионеток или нет? Да-да-да, давайте. Давайте, давайте, они сейчас опять будут все ломать. Готовы, пацаны? Короче, давайте я буду ставить аниматроников посерединке, чтобы вы понимали, что они будут оттуда появляться. Ой, прощайте. Ой, а у меня появилось это. Ой, они опять ломаются, ну не ломайте. Они калитки ваши ломают, расфризили. Вы чё, офигели? Они сейчас по всей карте расплодятся! Вообще, даже на шум мы заплатили до этого, офигели? Заражение сейчас... Опа! King on Fire, так. Дэнчик, я давай. Дэн, молодец! Они футболят заборы! Да? Офигели? Вы что, неадекватные? Вы психи! Это Дэн. Зачем эти гитоги? Идите отсюда. Смотри, смотри, а Дэн выживает! Сейчас его убью, смотри. Не, не надо, не надо. Футбол они футбол играют заборами. Ну, они как он там увернулся, вы видели? Сейчас его убью, смотри. Да нет, он выживает. На тебе. Ой, я же говорил. 1, 2, 3. Молодчики. 3, 2, 1. Опа, а один отселся. 629, 11, 16. Нормально. Я хочу, чтобы Дима остался. 13, 19. Так. Нормально. Нормально, у меня сегодня отчет странный очень. Корень из 49. О, корень помог. Ну, помог. Так, число Грэма. Есть! Повезло мне. Кстати, это самое большое число в мире. Это число Грэма. Кто не знал. Так, поехали дальше. 1, 2, 3. Молодчик. Так, 3 человека осталось. 1, 2, 3. У нас забор горит. Да, блин. Да ничего страшного, не пацаны. Это ж на прокат все взято. Так, поехали дальше. Ой, а у меня один зуб не прожат. Я пропустил случайно. А нет, стой, стой, стой. А зубов у них одинаково? Этого один? Нет, я один пропустил, потому что надо. Да. Немножко... Нажимай тогда. Ну, сейчас нажму. Ну, все. Дэн опять выживает. Дэнчик. Дэнчик. О, мы сейчас тебе поставим вот этих челепиздриков. О-о-о-о. Поехала, поехала, движу. Они тоже ломают все. Блин, с этого пака Five Nights at Freddy's 2 они все разрушают. Да они сейчас опять в футбол играть будут. Сумасшедшие. Давай, Дэн, давай, мы в тебя верим. Еще ставлю. У нас опять забор горит. Ну ничего страшного. Кстати, они не выходят из заграждения, понимаете? Они просто выживают здесь, но никуда не уходят. Дэн, давай, давай, мы в тебя верим. Да они уже все сломали, правда. Но а чё все горит? Я вообще не понимаю. Это вы поджигаете? Нет. А вы издеваете, что с постройкой сгорит не совсем? Ничего страшного. Дэн, есть. Все, Дэн слился. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас Гусанёк, Профит. Серега, как всегда, отличное настроение. Пацанчики, поздоровайтесь. Приветики, омлетики. Всем привет.
У нас сегодня крутецкая рубрика «Экстремальный крокодил-дантист». Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Расскажу вкратце об этой рубрике. Нажимаем зубы, и у кого челюсть склопывается, тот проигрывает, и мы загадываем все ему желания. Поэтому это у нас будет режим на желание. Давай, Сережечка, ты первый, погнал. Отлично. Давайте я. Сожри его. Не хочу. Мы еще, ребята, накачали очень классных админских пушек там, и будем сегодня развлекаться и веселиться. Серега, сейчас ты проиграешь. Вот ты захотел, чтобы я проиграл? Давай, нажимай. Все нажали, твоя очередь. Сейчас Серега... Не умрет, хорошо. Так, сейчас подождите, надо подумать, вот. Есть, слава богу. Ну все, до меня уже в следующий раз ход не дойдет. Ну все, профит, готовься. Серега, ну! Ну, за те разы ты должен проиграть! Это что, я проиграю? А представьте, у меня сейчас не сработает. Сработает. Блин, я хотел сразу отпрыгнуть резко! Да я подался! Я подался специально! Ну все, давайте, загадывайте мне желание. Сегодня я чувствую, я буду страдать. Вселиться? Хорошо, давай, все, я вселился. Теперь вставай у себя в поле. Все, встаю. Мгновенно. Кстати, я живой остался, ты убил его. Ха-ха-ха, ну все, ты свое желание профукал. Давай профит. О, кстати, у меня жизни ноль. А, ну все. А как это? Это законы вообще? Офигеть. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Мы выпускаем классные ролики каждый день. И заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Будем общаться и веселиться. Давай профит, загадывай. Ну все, давай, я включил. Давай. Ой-ой-ой. Блин, ну это прикольно, NPC меня замочил. Серега, твоя очередь. Серега, как всегда, сейчас какую-то ерунду такую жесткую придумывает. Давай. Давай, я тут. И сюда, встань. Стою, есть. Все, не двигайся. Я не двигаюсь. Блин, робот чуть меня не убил. 59% осталось. А, он тебя не убил? Не убил. Не захотел он меня убивать. А ты попробуй на меня наступи. А, все. Это что называется? Ляща робота? Да. Вот, смотри. Да блин, да хорош, ну одно желание. Ну че ты два сразу? Так, я удаляю, да, его? Я сам. Я удалил, потому что мне он не понравился. Раз я проиграл, я буду первый начинать. Давай. Блин, ну нажимай, немножко страшно. Вдруг я опять проиграю. Так, гусанек. Давай, кто у нас там следующий? Серега. Сейчас Серега проиграет. Я помню в тех роликах Серега не проигрывал. Это везение? Так, быстренько нажимаемся. О, сейчас гусеняк проиграет, смотри. Да ну ладно, я сейчас если опять сольюсь, я буду угорать. Ну давай, Сережечка. Да ну нет. Только не я, пожалуйста. Есть! Да есть, нет. Профит, ну что? Это выстрел с пальца, так хочу им замочить. Так, отойдите все от него. Да, еще просто проверил. Одинаково убивает, что на левую, что на правую кнопку мыши. В чем разница? Моя а, то само прицеливается. Так, давай, Серега, твоя очередь. Вот тебе апперкот. Ого! У нас же еще есть апперкот. Это хороший был апперкот уж. Так, давай, гусанек, твоя очередь. Подарочек. Отходи, Серега, ты тоже умрешь. Ого, даже у меня жизнь отняло. Красиво он улетел. Ну, раз профит у нас первый умер, начинай. Сейчас мы кнопочку здесь нажмем. Отлично. Я хочу, чтобы умер Серега. Блин, ну это было прикольно. Профит, ты готов еще страдать? Давай. Сейчас. Во! Вообще нет проблем. Отойди, у нас вот еще вот такое есть админское оружие. Отойдите все от него. Красиво. Так, ну что-то скучно. Ну да, еще разок просто на всякий случай. Блин, надо было что-то поэпичнее придумать. Я думал, будет взрыв большой прямо, а взрыв маленький. Так, давай, гусенек, твоя очередь. Давай, руби его, руби! Красавчик. Так, Серега, ты придумал, как над ним поиздеваться? Так. Апперкотус! Так, ну что, раз профит у нас проиграл, начинай. Ха-ха-ха, если сейчас опять умрет, это будет угар. Я буду ржать сильно. Ну блин, ты обломал всю контору. Так, ну давай, Серега, ты. Ну проиграй. Ну фиг тебе, не буду я проиграть. Ух, слава богу, я живой. Вот этот зуб? Вот этот зуб. Это самый счастливый, нажимай на него. Тебе ничего не будет, я тебе обещаю. Дима на нем сдох. Да, я постоянно на нем сдыхал, еще и в тех сериях.
Так, и отлично. Все, Серега, ну проиграй, ну пожалуйста. Ну ё-моё, ну почему ты не проигрываешь? Да ну нет! Нет! О, что это? Туковина. А, она бочки сбрасывает, насколько я знаю. На! Эпически, эпически. Так, что у нас? Давай, Гусанёк, ты следующий. Давай, садись. Пока, ребят, я вспомнил, мне надо купить молока. Хлеба? И что это будет? Реактивный ранец. У-у-у, а так оно у меня жизни не отнимет. Воу, воу, воу. И бомбу кинь на него. Да что это за издевательство надо мной? Я сейчас в воду улечу, скорее всего. У меня такое предположение есть. А чё я взорвался? А почему? Ускоритель в воду попал. А, не, скорее всего, диван есть определенные там жизни, и он просто разрушился. Я так понимаю, да? Ну да. Ну давай, Серега, твоя очередь. А, просто стоять? Ну давай постоим. Ха-ха, это хорошее желание, мне нравится. Серега, ну желание. Давайте посмотрим. Вышел. Это было Серегино желание, чтобы он вышел из Гарри Смода. Гениально. Ну и что? Хорошо. Вот, давайте тогда за него кто-то желание мне загадает. По башке танком. Еще попасть, если бы надо было, было бы хорошо. А, все. Вот это было больно, кстати. Бей его, хорошо. А что, Серега, за желание такое у тебя было, чтобы ты вышел? Мне понравилось твое желание. Это танком по башке, правильно? Так, ну что, давайте, раз я проиграл, я начинаю. Серега, наверное, к нам заходит, пока это время. Мы еще один раунд сыграем, давайте. Так, давай, Профитус. Отлично, теперь я. Я должен сейчас затащить. Да ну нет, ну почему? Ну почему, что за западло? Три раза в этом ролике слился, потому что спешу, надо было немножко потихоньку. По 5 хп всего отнимает. Но убивает. Но убивает. ХП? Во, есть контакт. Это что, у нас жопа-дробилка была? Давай, Гусанёк, теперь ты. И что это будет? А, если я даже упаду об землю, скорее всего, я умру сразу. Воу! Я лечу вниз по красоте. А, я в воду упал. А, взорвался. Так, ну что, сейчас я должен по-любому выиграть. Ну вот по-любому. Так, теперь я не буду спешить. Вот этот зуб точно будет нормальный. Отлично. Что это за смерть такая глупая? Так, Профит, давай, Гусанёк, начинай. Ой, нажимай. О, Серега. Отлично. Вот, Серега, давайте сейчас. О, отлично. Сейчас Серега будет нажимать в следующий раз. Так, ребята, Серега к нам присоединился. Его желание было хорошее, мне понравилось. Нажимай, твой зуб. Беники-беники ели вареники, беники-беники съели Димаса. Умри! Да ну господи, что за везение такое глупое? Я в рубашке родился. Так. Давай, Профит, а потом я. Давай я. Ну умри! Пожалуйста, умри. Дима. Не умру. Так, сейчас. Эники-беники ели вареники, эники-беники клоц. Да что за клоц? Да, блин, да что издевательство такое? Прощайте, ребята. Так, косожоп. Ой. Ладно, стою на месте, давай. На. Это было больно. Еще и сверху добил. Ну, молодчик. Так, давай, Профит, ты. А издевались хорошо надо мной. Что это за смерть тупая? Ну, есть. А ну. Есть! Я зомби стал. А, все, убийство от хэдкраба. Давай, Серега, твоя очередь. Так, ладно. Так, Серега меня так, заточил сейчас в тюрьму. Что это за тюрьма такая прикольная? Кстати, очень классно сделано. Это контент с Team Fortress 2, насколько я понимаю. Че, сбивать меня будет? А, он мне ничего не сделает. Аня убивает меня. Саня, подойди ко мне. Опа, косожоп. Косожоп. Ого, Серега их доставил. Не могут пацаны попасть. Больше становится. Их больше будет становиться. Красота. Классно, монтировки их не разлетаются. А че меня не убивают они? Тихо, стопы, ты че? Они зажали, не могу двигаться, а могу, могу. Кстати, очень. А кто у меня жизни? А, у них жизни выпадает, Серега. Я пополняю все жизни сразу. Это ты меня взорвал? Это ты сам себя взорвал. А, ну я специально это сделал. Я поддался.
Так, раз я проиграл, я нажимаю зуб. Фух, слава богу, я так не хочу сейчас опять проиграть. Я хочу желание классное загадать. У меня есть очень хорошая идея. Есть! Вот твоя идея. Есть! Конечно. Ура! 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 Отлично, господи, какая радость на душе сразу, что Серега проиграл. И вот здесь портал. Заходи в портал. Заходи. Давай, давай, не бойся, Серега. Заходи, заходи. Я зашел, what the fuck. А во. Вот он летит, смотрите. Хря! Давай еще раз падай. 9 хп. А че? Он с контролом упал, наверное. Я паркур... Не, пар, а, паркур мод. Нет, а у меня бы так 10 хп от него с Дима. Не, я отключил, я включил реалистичный урон от падения. Давай, заходи. Вот, летит, летит, летит. Крясь, отлично. Я так и хотел, чтоб красиво разбился. Так, давайте, Сереги, издевайтесь над ним. Давайте, давайте. В тех сериях, я помню, ни разу не умер, поэтому надо сейчас отрываться по полной. Кто из вас, Профит? Я. Давай, Профит, покажи вещи. Убью его ракетой своей. Сам, давай. Сам, собственно. Красиво полетел. Ты научись ей управлять сначала. На. Не умер? А че у него жизни так мало отнимаются? Давай еще раз. Бам! Есть контакт. Ну что, Гусанек, давай, твое последнее красивое желание. Сюда. Так, идемте посмотрим, что он ему загадает. Вставай. Ой, прикольно. Горгулья сейчас тебя лупанет. Барнакл. А, ну барнакл. Серега, ты был хорошим человеком, сейчас он тебя голову откусит. Жизнь тратится. Все, прощай. На, отлично. Давай, бей его, бей, бей, бей. Ай, ладно, он кости, смотрите, повыпадали. Эй, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, подливочка, Гусанёк, форум. Как всегда, отличное настроение, пацанчики, поздравайтесь. Привет. Салам алейкум, братья. Всем привет. Наконец-то, сегодня у нас очень классная, веселая серия с офигенными желаниями. Экстремальный крокодил-дантист. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Ребята, обычно мы в роликах берем обычно классического крокодила-дантиста, но сегодня мы взяли экстремального, это когда у него вверху очень острые зубы и будет еще больнее нас мочить. Ну, давайте я первый буду начинать. Такс. Надеюсь, я буду сегодня загадывать очень классные желания. Вот видите, как я и сказал. Форум, ты проиграл. Так, я давайте загадаю ему желание. Я сейчас вселюсь аниматроника, а следующее желание будет еще жестче. Это как, знаете, тренировочное. А ну иди сюда, щенок. Давай, убивай. На тебе, поднял тебе и оторвал. Поднял, обнял, поцеловал. Давайте, следующий. Давай, Саня. Иди в поле. О, Гусаня, как всегда, что-то эпичное загадает. Сейчас нейроядерную бомбу, да, нам голову сбросит. Я не знаю, что он может сделать. Напишите в комментариях, как же он его убьет. И не забываем подписываться, ставить лайкосики. Ролики выходят каждый день. Ой. Красиво, я так и думал, что это такое, что ты сделаешь. Так, давай, подлючка, теперь ты ему загадывай. Ну, пока что такое лайтовенькое, в принципе. Ну, расстрел. Это да, тренировочное. Так, раз ты проиграл, нажимай опять первый зубик. Представь, он сейчас опять сольется, я буду голосину ржать, от блин. Ух. Ну, не обязательно с первого раза. Давай, Гусанёк, раз ты сольтухи крутишь, ты кто из вас там, по очереди держишь? Там уже все, сейчас. Так, чтоб не было потом драки, тоже проиграл. Я нажимаю вот этот вот. Есть. А немножко страшно, да, когда нажимаете на зуб? Да. Кажется, вот-вот придавит, ты прямо ожидаешь удар сверху. Гусанёк, проиграй. Ну, давай. Так, вот этот зуб. Блин, ну ты молодец, молодец. Опа. Сейчас кто, я или форум? Ты. А. Ты. Я уже два раза нажимал. Так, у меня есть три шанса, чтобы не проиграть из одного. Есть. Есть, все, до меня уже очередь не дойдет. Ай, блин, это классно! Форум, я как предсказал, что ты будешь проигрывать. Так, ну что, у меня есть очень классное желание для тебя. Оно, кстати, этот, мгновенная смерть называется. Прикольно. Конечно. Смотри, что я сейчас сделаю. Спасибо. Отходи подальше. Я... Ребята, а четкое попадание в голову. Я же попаду. Как ты отлетел эпично. Миньон отлетел. Да, давайте следующий ему. Давай, в поле. Опять в поле. Ну что ж ты опять там задумал? Полевой ты человек такой, а? Ребят, настроение отличнейшее. Надеюсь, это настроение на вас немножко передастся. А что, ты его убить не можешь? О, прикольно. Это серия СМ2.
Удаляй своего челика, он гоняется за нами. И тучка второй раз. Он теперь не будет спавниться, не? Ой-ой-ой. Прикольно. Раз форум ты проиграл, нажимай опять зум. Ребята, если представьте, он опять третий раз проиграет. Я буду вообще жестко угорать. Я придумал еще жестче желание. Все нормально? Нормально. Ух, слава богу. Давай форум. Ну, блин. Я прям чуйка то, что я проиграю сейчас. Нет, сейчас проиграет гусанек. Вот смотрите, у меня прям, ну, знания есть определенные. Да. Конечно. А я его запрограммировал так. Ну, без читов не интересно. Конечно. Так, гусанечек, ты готов? Да. Так. Стой на месте. А следующее желание, если я выиграю, я его взорву ядерной бомбой. Ого, ты не молодец. Ты готов? Давай, танцуй в это время, а я тебя собью. Бу, еще и переехал. Ну, как всегда, что было жестко и красиво. Так, опять твой челик бегает, удаляй его. А, ты опять загадал, это желание у тебя такое? Иди это, в поле, в поле. Он спавнится, потому что почему-то сам. Иди траву коси. Такое бывает, косить траву? И стой на месте. Ой-ой-ой-ой, да не-не-не, ну что ты? А что ты сделал? И сам себя. Себя убью и всех. Раз гусанёк, ты умер, давай. Начинай. Начинай. Твой любимый зуб. Умрёт. Так, давай форум. Вот сейчас форум проиграет, смотрите, это будет жестко. А ну. Да ну ладно. Но я не должен в этой серии проиграть. Потому что этот зуб счастливый. Ха-ха, я знал! А зубы очень вверху острые, нереально острючие. Хлопывает жестко. Нет. Да ладно тебе. Так, все, улетай. У тебя есть режим полета? Да, есть. Улетай туда далеко-далеко? Далеко-далеко. Так, еще. Прям на край карты лети, пока он, ребята, летит, я возьму ядерную бомбу. Вон я его вижу. Ребята, смотрите, как это будет эпично. Кстати, такого еще желания у нас не было в этой рубрике. Кстати, а я хотел его загадать. Ого! У вас немножко тоже телепнуло? Ой, да. Прикольно. Ого, и взрыв дошел, все, прощайте. Нифига себе, это радиус какой дебейлиший. Давай, так, давайте следующее желание, кто ему там загадывает? Так, давай я. Вот это там мощь взрыва была. О, скибиди туалет, давай, это классно. Давай. Бум. Ага. А, убил, красиво. Прикольно. Так, давай, подлючка, теперь ты. Ну ты серьезно? Да ну тихонько. А, все, вот так вот, хорошо. А, ты раз убил меня. Так, ну давай, раз ты форум проиграл, третий раз, давай я четвертый раз проиграю. Представь, сейчас с первого зуба умрет. До свидания. Да ладно. А бывают такие серии, когда, знаешь, не везет. Помните, там была тоже серия, когда я тупо сливался постоянно? Но в этой серии я буду живой, потому что для того, чтобы не проигрывать, надо очень долго выбирать зуб. Вот этот выигрышный. Конечно же. Все, до меня уже очередь не дойдет, потому что форум сейчас... А, да ладно, нет. Хорошо. Гусанек? Ну? Есть! Класс! Так, я знаю, чем я его убью. А давайте мы его убьем копьем. Смотрите, как красиво он сейчас отлетит. А нет, просто сквозь него даже копье прошло, нифига себе. Гусанёк, иди в поле. Давай, иди, траву косить. Давайте посмотрим, что же он ему приготовил. Ой, надо текать, это ядерный, ой, метеоритный дождь. А, ты один четкий. Ой, да. Красиво. Это была метка. Угу. И давай, подлючка, покажи вещи. А он танцует все. О, грузовик пошел. А, ну это такое, это не больно. А ты его просто брось над ним. Да, вот так. Ладно. Вот. Опусти, да, просто брось, он его придавит. Угу. Отлично. Придавливание грузовиком это тоже интересная смерть. Ну давай, гусанечек, сливайся еще раз. Мы с подлючками еще ни разу, да, не умерли? Да, да, да. Я люблю такие серии, когда мы не умираем. Ладно. Так, опять же, надо долго выбирать, чтобы не слиться. Так, эники, бенники, ели вареники. Эники, бенники, клоц. Вот, я знал, что я выиграю. Так, сейчас и тушка. Только сказал. Это что, значит, в следующий раз я должен умереть? Да.
Так, я приготовил ему тоже очень классную смерть. Это будет смерть у нас от ядовитой гранаты. Туда, иди подальше. Ты готов задохнуться? Давай, уже. На, попей. Ох ты, красиво, что ты так отлетел? Это бывает. Это, иди, сейчас, подожди. Поле иди опять, давай. Так, и теперь смотри, иди ко мне. Мы ставим вот это. Садись ко мне. А вы решили вдвоем умереть? Да. Ну, прикольно. А, ну давайте, это будет интересно. Погнали, Саня, умрём. Давай! Я не ждал такого мощного взрыва, у меня аж полёт слетел. А это законно? Да. Это законно, теперь и тучка. Так, давай. Стой на месте. Давай, друг мой. Покажи вещи. Теперь, сейчас, вот это беру. Вот это. Ну ты вообще, да, офигел. Это мощная пушка, ребят, давайте посмотрим, как она стрелять. Мне кажется, этот выстрел мог бы корабль утонуть, утопить. Может. Но ты просто в человека выстрелил, жесточайший ты. Сразу видно, добряк. Ну давай, кто там умер у нас? Давай, подлетчика, начинай. Петушка. Я хочу, чтобы он опять умер. Так, гусанечек. Давайте теперь я. Так, надо опять долго выбирать, потому что когда нажимаешь первый попавшийся, проигрываешь. Отлично, я не умру в этом ролике, чувствую, что я не умру. Не, ну можно было бы умереть, в принципе, ничего здесь плохого нету. Нет, Саня. Давай, гусанек, пока. Так, смотрите, он сейчас умрет, смотрите. А ну. Ладно. Кто, я сейчас? Да. А, ну хорошо. Так. Один из трех. Так, так, четырех. Так. А, из четырех. Ну ладно, давайте этот нажмем. Ха-ха-ха, я рад, что я не слился. А стрёмно нажимать. Ух. Все, сейчас кто-то из них умрет. Ну, давай. Давай, идущка. Твоя. Да, конечно, ты что хоть... Ну все, гусанечек, конечно, хороший ты был, человек сейчас раз не сработает. Давай, танцуй и нажимай. Давай, перед смертью танец. Блин, это круто. Так, хорошо, давайте мы сейчас что-то такое придумаем интересное. О, я тебя сожгу. Где ты? Круто. Гори. А, блин, подожди, стой. Гори. А чё? Так я в него... Хорошо. Гори. Да не ходи ты. Да как ты увидите на записи, вроде как попал в него, оно сзади загорелось. Потому что отскочило. Ай, больно. Как-то странно работает тут. Коктейль Молотова. А ну, отойди чуть-чуть вперед. Так, давай, нас же не замочи. Ладно. Да, ну ты понимаешь, что ты танцуешь, тяжело попасть. Это ты отлетела, ты красиво. Так, стой на месте, значит, стоять. Стоять, мы говорим тебе. Ой, монеточка, монетка, это мощь. Ну давай, гусенек, раз проиграл. Твой любимый. О, сейчас сольется. Ну блин. А. Ладно, давайте я. А ладно, давайте уже. Подлючка. Теперь я. Так, нельзя сразу первый попавшийся, это по статистике всегда губит. Вот, отлично. Такс. Пойдет. Сейчас сольется, смотри. Да ладно. Не. Так, надо выбирать очень тщательно, потому что какой-то зуб уже запрограммирован. А кого думаете, они сразу, когда программируются на проигрыш или рандомно? Рандомно. А, ну все, ну блин. Да это вы виноваты. Ну ладно, я должен тоже пострадать, не только что мне сюда выиграть. Ну ладно, издевайтесь-то давно, я готов. О, ракета. Так, давай. А что мне делать? Садимся. Садись. А ты веревкой приделаешь? Да. Хорошо, я сел. Ребята, я сижу. Я тоже про это желание думал. Давай теперь, вот когда он сидит, я его в воздухе взорву. Когда я уже далеко улечу. Хорошо. Такс. Ну все, запускайте. Запусти, я все. 5 минут полет нормальный. Ребята, я полетел. Вот это меня колбасит! Красиво летим, он попасть не может. Косожоп! Вот это я лечу красиво! Давайте уже до потолка долечу. А нет, все-таки я взорвался. Бум, это точно что было. Ого, я высоко улетел! Я что, прям четко летел вверх? Да. Или под наклоном даже? Да. Вон ты, твой труп летит. А все, я уже исчез. Хватит глумиться над моим трупом. Так, кто следующий у нас? Давай, подлючка. Сейчас я кое-что возьму, если это оно. Так.
А, это оно. Это оно. Называется самоубийство всех и себя тоже. Вот, все, стой так, стой так. Все, стою. Ух ты, блин, я ж дернулся, в глаза искры. Опа, косой. А нет, не косой. Нет. Я хотел вовремя отскочить, не получилось. Ну все. Ладно, давайте, давайте, хорошо, уговорили. Сразу давай. Конечно, я уже со психом сейчас буду над вами издеваться. Ура! Ой-ой-ой-ой-ой, гусанечек. А теперь я еще мощнее бомбу использую, ребята. Еще мощнее. Лети туда, в край карты, где был форум. Да все, сейчас взорвется, они друг друга ударятся и будет мега взрыв. Бум. Три, два. Не сегодня твой день. Да все нормально. Все взорвется. Ой. Бум. Еще бомбы к нам летят, смотрите. Нам жопа, смотрите. Летит. Вот это желание. Нравится вам, пацаны? Да. Хотели сейчас от радиации умрем мы. А нет, все, а нет, да, все родятся. Ладно, загадывайте дальше. Вот это я жахнул. Ой, красиво. Админский пистолет, да? А, ну, нет, ну, но это как-то винтовка. А, понял. Сейчас, ну, похоже сейчас. На админский пистолет взрывы. Ну, конечно. Вот это ядерные грибы там. Ладно, я его... Давай форум, посижу. Удиви. Я его посижу. А, ты добрый? И будет, да, и будет все легко. Он летает. Отлично, куда летим? Ого! Ты ж кого пощадил? А чё ты не умер? Так нечестно. Честно. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас. Гусенёк, крошка, крошка, ЛТВ и тучка, пацаны, скажите веселые слова. Привет. Салам алейкум, братья. ЛТС, ЛТВ. Ребята, вопрос от Максима. Как зовут этого персонажа, с какого фильма или игры? Пишите правильный ответ, и кто правильно напишет, попадет в начале ролика. Очень давно мы не записывали классную рубрику «Крокодил-дантист». Если спите, кушайте, приятного аппетита. Мы начинаем веселиться и загадывать друг другу желания. Погнали. Гусанёк, ты первый, давай, покажи, как надо проигрывать. Мы решили сегодня поставить два классных крокодила, для того, чтобы шансы были намного больше. Я готов к соревнованию. Давай. И не забываем подписываться на мой канал и канал Максима. Ссылочка в описании, потому что Максим сейчас тоже записывает ролик, и вы можете увидеть от его лица этот прекраснейший, замечательный, великолепный ролик. Фух, иди, я выиграл. ЛТВ, ты. Давай, ЛТВ, ты должен слиться. Ребята, пишем в комментариях, кто первый сольется. Я думаю, что ЛТВ... Ладно. Максим, ты сольешься. Не. И тучка дальше, ты. Ну сейчас выйди, сейчас и тучка нажмет, я, а ты в итоге сольешься. Помните кто мои слова. Кто первый умрет, тот лох. Согласен, давай, кто первый умирает, тот лошара. И сейчас Дима умирает. Нет. Давай. Классно будет, если я угадал за Максима. Как всегда, самая идиотская шутка, это правда. Максим. Максим. Смотрите, как Максим сливается. Я предугадал будущее. Что вы тут поставили? Почему тут так мало зубов? Давай. Нормально. Смотрите. Все, я повыиграл. Что? А, на следующем можно, я затупил. Ребята, если вы хотите с нами пообщаться, залетайте в наш Дискорд, ссылочка в описании. Нас уже скоро 50 тысяч, давайте добьем. Есть и тучка, я же сказал, что и тучка сольется. Молчал. Так, ну давайте я и тучке загадаю желание. И тучка, ты готов полетать? Полетели. Ура, Роблокс. Прощай. Крязь. Это было эпично. Это первое желание, потом все будет жестче и жестче. А давай расскажи анекдот. О, давай. А я не знаю, к сожалению. Спасибо. Где вот это? Так надо было, или анекдот, или смерть. А что ты сейчас придумал, ему интересно даже посмотреть. Спасибо. Красиво. Кстати, после записи будешь стены отмывать после себя. Еще чего. Уклоняйся. Да блин. Уклонялся, но не очень, да, так эпично. Так, ну давай, гусанек, начинай. Давай, гусанек, как хочу тебя помучить сегодня. Я тебя тоже помучаю. Давай, умирай. Ладно, повезло тебе. Хорошо. Давай, Макс. Покажи, как ты должен умирать. Все-таки я хочу и над Максимом поиздеваться вот немножко. Этот. Хорошо. Вот и сейчас ты сольешься. Дим. Смотри, нет. Реально. Нет, давай, нет, давай. Нет, нет. Смотри, самый счастливый зуб на планете. Давай. А, он уже нажатый, хорошо. Ну, блин. Ты умрешь? Нет. Да? Ну, ладно, ладно. Куда-то там что это сейчас было? Отжимайся от пола, давай. Хорошее желание будет. Упор лёжа принять. Так, вот этот говёный зуб я чувствую, а вот этот тоже. Вот этот. Да как ты живой остаешься всегда?
А вот он, блин. А с двумя крокодилами намного интереснее, потому что шанс побольше выиграть. Тучка. Я нажимаю опять? Давай. А да, нет, тучка. Давай, давай. Я уж нажал. Ну, блин, я хотел, чтобы два раза ты нажал. Я хотел, ты умер. Вот счастливый зуб, видите? Я знал. Все, до меня уже очередь не дойдет. Это 99,9%. Давай, ну, так, Санек. Кстати. Угадай. И проиграй. Да. Как? А, зато я не умер. Ну, все равно желание мы будем загадывать. Диван, и кидаем тебя по башке. Угу. Твоя башка крепче, чем диван? Ну, а вот это был лящ. Хорош. Пока такой легенький, в принципе. Отойдите от него все. О, извините. Кто-то там не успел так отбежать. Это так на будущее вам, кто проиграет. Обстоятельства. Так, кто там еще? Давай, Саня. Саня, ты смотрел Терминатора? Да. Скажи мне какую-нибудь цитату из Терминатора. Не знаю. Да вы что, не знаете? Там же куча цитат. А ты решил на машине сбить? Давай. Полурахит. Крутой, крутой. Обманул красиво до этого момента. Все, давай, Гусунёк, сейчас ты опять сольешься, я буду ржать очень громко. Ну, умри. Ай, ну ладно, ладно. Ну вот этот выберем. Успокойся, псих. Максим! Так, хорошо, Максимушка. Во! Стой, стой на месте. Смотрите, что я Максиму приготовил. Бум, метеоритом по башке, это было сильно. Это блендер человеческий. Нормально. Включайте. Запускай как-нибудь. Хороший. Ты что, сел, что ли? Это нечестно, ты должен встать. Не дай. Во, это было красиво. И еще, на всякий случай. Сейчас я кое-что попробую. Давай. Итак, пока что садись. Просто сиди вот там в машинке и ожидай. Ух, это будет сейчас красиво. Я не хочу в космос. Ребята, сейчас мы будем наблюдать, как машина улетает на ракете. Ты будешь веревкой цеплять? Хорошо. Попробуй, если сейчас ничего там не поломается. Не поломается. Что? Стоп. Что? Эй, ракета улетела. Твоя веревка просрала. А, нет. Она порвалась. А, что, он все-таки улетел? Улетел, да. Да, все же улетел. Все, имба. Эпично. Красиво. Непонятно, но очень интересно. Колеса не остались. У тебя будет простенькая смерть, просто вот стой здесь. Так. И она тебя сама убьет. А, сейчас. Не, она добрая, не надо. Не, сейчас я ее сделаю злой. Ай-яй-яй. Ай ты зараза. Смерть от аниматроника. Ну давай, гусенечек, нажимай. Ну умри. Ух. Отлично. Мне интересно, в этой серии хоть раз садюсь или нет? Потому что уже, в принципе, по разу, да, поумирали все? А нет, еще один не умер. Ну, у меня для тебя есть специальное желание. Да? Да. 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 Дим, я еще не умирал. Смотрите. А ну, ого. А, я ж профи, вы чего? Я буду тащить. Ну ты рахит. Гусенек, у меня будет желание, ты будешь в следующем раунде два зуба подряд нажимать. Да без проблем вообще. Все, вот это будет желание жестко. Мне кажется, ты сольешься еще раз в следующем раунде, я буду угорать еще сильней. Это что? Это я сам себе. Сам себе желание загадал? Такого у нас еще не было. А че у него крючок из живота торчит? Так должно быть? Да, да, да. Ладно, Санек, у меня есть для тебя одно очень хорошее задание. Ты будешь у нас делать три зуба все-таки. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это сильно! Так загадайте тоже по зубу все, пусть сольется. Давай. Моя реакция на эту информацию. Ну это прикольно же будет. Сань, иди сюда, Сань. Ух ты, ракетчик сегодня у нас какой, а? Ядерный реактор, что ли, какой-то? А, это просто ракета. Ракета стрёмного вида. Дима, садись ко мне. Нет, у меня желания не было, так что ты сольешься сам. Да, прощай, Сань. Так, чё, одна ступень отщелкнулась. Там а он не умрет, мне кажется. Он на парашюте будет падать вниз потом. Что за птица там такая летит у нас? Все, мочите гусанька.
Я помогу, можно гусаньку? Да. Ну или так, да. Все, удаляй свою вонючую ракету. Я лечу. Ой, я умер. Так, это беру, получается. Ты где там? Что это за сундук такой? Сейчас зайди туда на контроле. Точнее, на флая и на контроле, короче, да, залети туда. Как ты? Там ты не пролезешь, там ты не пролезешь так просто. Я знаю. Он там танцует, видите, брейк лобает, одни ноги тречат. Ты бомбу решил на парашу скинуть? Ой, красиво, туалет разлетелся. Все, гусанек. Получается, тебе надо нажать 3 зуба. Один. Ай, блин, это было классно. Гусанек, ты понимаешь, что мы еще будем издеваться над тобой сколько хотим? Так, ребята, надо что-то такое эпичное придумать ему. Вот эпичное, что я могу придумать для себя. Просто взрыв, что ли? Да не, ну хорош себе. О, иди сюда. Где ты? Вон он, в воде. Стоять, не буду. На тебе. Задание такое, ты будешь после каждого хода любого из нас говорить нам добрые слова. Окей. О, прикольно. Матюки, что ли? Так это же злые слова, а не добрые, вы чё? Так, кто еще не загадывал? Я. Короче, иди сюда, Саня. Ну, Санёк. Садись. Ну, хочу. Ох, у тебя сегодня строительские эти приколюхи. А он не умрет, так или умрет? Я сейчас сделал, чтобы он умер. Если что, я могу админский пистолет приготовить. Не надо, Дим, посмотри наверх. Ой. Ого! Надо валить! Блин, я не успел! Что за желание у тебя стрёмное? Мы все слились. Я последний, но только ничего, конечно, не придумал, поэтому сделаю просто так. Ух ты! Это просто так. Иу называется. Да. Ну все, Гусуняк, сейчас ты должен затащить. Не должен проигрывать вроде бы. А уже не по 3 зуба? Нет, это то, что один раз только было. Не, ходишь, нажимай 3. Ну молодец. Ну гусанёк, ну сегодня твой день сегодня. О, ребята, мое желание, давайте все его построчами запинаем. Бейте его. Давайте, иди сюда. Красиво, красиво. Я его сожгу. Жги его полностью. Все, я его сжёг. Саня. Да. Тут тебе подарок от Эльдорадо. Ну бегите. Открой. Ой. Ты выиграл приз, смерть. Это нужно. Кто это за катапульта стоит? Такая? А, это катапульта вообще, я думал, какой-то молот. Короче, бомбу ему туда фигани, и все. И вопрос решен. Что? Ой-ой-ой, у меня аж полет слетел. Я просто улетел. Гусуняк, надеюсь, ты сейчас не сольешься. Давай, покажи, как надо играть. Не сливайся, реально, хватит. Ура. А зачем ты по 3 зуба нажал? Зачем ты это делаешь? Тебе же по приколу, что ли? Да чисто так, по приколу. Ну, мне нравится, как ты сегодня сливаешься. Так, что можно гусаньку предложить? О! Гусанечек, подойди сюда. Блин, конечно, хотелось бы для тебя желание загадать. Подойди, подойди до стены. На, вот это отлетел! Короче, знаешь что, Саня? Ты сейчас просто обернись и вот смотри на крокодила. Все, смотри, не отворачивайся. Я сейчас сделаю вот так вот просто. Ого, я ж дернулся. Да, неплохо жахнуло. Иди за мной. Вот сюда, вот внутрь. О, давай. Горгулья, давай. А. Она что? Не работает. А. Сейчас работает. Искусственный интеллект? Как будто какой-то вермишель кушает. Давай, гусуняк, пока, сейчас твои кишки из жопы повылазят. А чё она его не затягивает? Да вот. Вообще затянь. А, все. Ура. Оно, ну, рахит. О, гусуняк, тут твои черепа повылазили. После записи все поубираешь. Садитесь ко мне на это. А, все, мы сели, ты видишь, что это бешеная карусель какая-то? Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Кирилл Геймер, Дэн, Фрэнка, скажите классные слова. Всем привет. Бананчики. Привет, пусики. Ребята, всем нравится рубрика на моем канале «Экстремальный крокодил-дантист». И для того, чтобы было намного интереснее,
мы поставили 3 крокодила для того, чтобы было больше шансов пацанов проиграть. Потому что я буду сегодня всех мочить и загадывать классные желания. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Интересно, кто же первый сольется? Отлично. Ага, Гусанёк решил нажимать на другом крокодиле. Но это хорошее решение, потому что когда вы нажимаете на крокодиле, где ни одного зуба нажато, то шанс выиграть очень большой. Смотри, человек проиграет. А, ладно, ладно. Так, сейчас, ребята, буду я нажимать после этого человека. Хорошо, буду нажимать в этом крокодильчике. Отлично. Не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. И залетайте в наш Дискорд и Телеграм. Отлично. Смотрите, как процесс быстро идет. Стоит, пляшет. Прикольно выплясывает. Мне нравится этот танец. Эй, жмите кнопки, кто там не нажал. Танцюристы. Давай, ты. И ты. Так. Я даже на этом крокодиле нажимать ничего не буду. Сильно много зубов уже нажато, поэтому шанс выиграть уменьшается. Так, кто следующий? Я? Да. Да. Так, здесь нажато 4 зуба, здесь 1. Поэтому будем нажимать здесь. Отлично. Когда нажимаю зуб, такой риск, что меня сейчас прихлопнет. Потому что я придумал очень офигенное. Взрывные желания. Взрывы, взрывы. Да. Ну, Гусонек, проиграй, пожалуйста. Ну, да, ну ё-моё, ну что ж ты, гусь, не хочешь проигрывать? Блин, я так хочу, чтобы ты, Дима, проиграл. Я не буду проигрывать в этой серии. Смотрите, как у нас удлиняется раунд из-за того, что 3 крокодила дантиста. Ой-ой-ой-ой-ой. Все меньше и меньше. Стой. Танцев. Дима же должен. Дима, давай, Дима. Да блин, нажимал бы уже, ну. Ой, здесь много зубов нажато. Здесь. А, уже везде много зубов нажато. Уже равномерно уже. Я вижу. Давайте здесь. Нет, вот этот. Давай. Есть, блин, я так переживаю. Есть, Дэн. Ну давай, Дэнчик, я тебе придумал очень классное желание. Иди сюда посреди поля. Ребята, сейчас будет очень классное желание. Вам оно понравится. Смотрите, я беру. Так, встаем. О, давайте для начала, так как это у нас первое желание, я не буду сильно его троллить. Мы поставим не очень большую бомбу. Давай, SC-250. АП. Тут кто-то бомбу убрал у нас спавнить. Ой. Вставай прям на саму бомбу ногами. Я же хочу, чтобы ты на ней прям стоял. А так, может, ребята, сесть? отойдите все. Ой! Подожди, давай заново, подожди, я накосячил. Залазь заново на бомбу, надо ее зафризить. Так, сейчас мы... Вот, все, она зафрижена, теперь она никуда не улетит. Ой, блин, я думаю, что это будет очень высокий полет. А он на бомбе стоял прям? Да. Я не успел увидеть, высоко он полетел или нет. Но это было эпично. Ну, давайте дальше издевайтесь над человеком несчастным. Так, ну, давай я. Давай. У меня простенькое. Ко мне сюда. Сейчас ты у нас кое-куда полетишь. Интересно, куда он полетит? Ой-ой-ой, это что у нас за самолеты сегодня? Так, сейчас его. Садись с него. А он не знает, как садиться. А, есть, знает. Ты просто вперед один раз нажми. И куда он полетел? В здание. Ой, а с него аж рожки повылетали. Нормале. Хорош. Сегодня у нас, ребята, очень прикольное желание. Так, кто дальше будет над Дэном издеваться? Ну-ка, иди сюда, Дэнчик. Давайте, мочите его. Ребята, в конце ролика я сделаю так, что он будет стоять на ядерной бомбе, и мы ее взорвем. Ого, ты приготовил тут аттракцион ему. Ты хочешь его в небо запустить? Да. Давай, Дэнчик, садись. Отлично. Да. Все, запускать? Прощай. Ты был хорошим Дэном. У него немножко лицо грустное. Давайте посмотрим, как он будет сейчас взрезаться в потолок. Ой, красиво полетел. Бум. А он живой? Вон он летит. Вон он летит. Я его поймаю. На кресле. Я вижу, вот он, да. Он живой. Не живой. А, не живой. Так, кто еще мой желание не загадал? Я. Давай. Бананчик. Он весь центр. Просто стой на месте, жди. Ожидай заказ. Заказ он ему это. Пиццу, пицца.
Отходим, видно, пицца будет какая-то... Ого, это что за пицца? Это поезд бешеный! Он неуправляемый, да, наверное? Он вообще убивает? Он убивает, да. Ой-ой-ой, так меня не убей, ты псих. Так, ну что, все поиздевались над Дэном или еще кто-то? Да, все. Ну что, давай тогда. Дэн, раз ты проиграл, опять начинай первый. Потому что сегодня я чувствую твой ролик и твои страдания будут тебе лайкать и писать классные комментарии. Дэн, страдай. Хэштег. Так, отлично. Давай, Кирилл Геймер. А, разве не Гусенек? Нет, так что нажал. Так, следующий у нас Френка. Сейчас он проиграет, смотрите. Хорош. Я вообще не понимаю, три крокодила вы жмете на одном. Надо же выбирать другие. Так, давайте. Во. Так. Я думаю, что в этой серии я не проиграю. У меня такая чуечка очень хорошая. Давай, Денчик, нажимай. Ты что? Не надо по нему стрелять. Я очень не буду по нему стрелять. Ну что это? Сейчас гусанёк сольется, смотрите. Ну, гусанёчек, какие желания я тебе буду загадывать, интересно? Бомбические. Ну, слейся. Ай, да ё-моё, ну что сегодня гусь не хочет быть жареным гусем? Так, смотри, просто от фонаря нажимает и тащит хорошо. Блин, как же я не хочу проиграть, чтобы они надо мной издевались. Так, тут всего два зуба нажато, здесь четыре. Мой счастливый зуб, помните? Нет! Ура, да ура, нет, ура. Я очень не хочу счастливый. Сливаться! Ура, ура. Да ну не блин, это чуечка. Какая-то фигня полная. Чуечка твоя подвела. Так, ну ладно, издевайтесь-то надо мной. Кто там хочет у нас первый издеваться? Хорошо, летим сюда. Ой, что с моим ту... Вы это тоже видите? У меня ноги впереди туловищ. И что это будет? Так. Сейчас я кое-что съем. Очень вкусненькое. И что ты будешь на меня рогать? Ну, знаешь, знаешь. Смотри, что я съем. Давай. А что это? Сейчас увидишь. Ага, понял. А зачем так много? Так надо? Теперь... Да. Одной разве недостаточно? Теперь мы делаем тебе... Сейчас тебе покажу, что я делаю. Ой, что-то так, я уже так. Переживаю. Мы делаем тебе вот столько хп. О, 2000, отлично. И теперь... Вы просто... меня будете расстреливать? Теперь просто наслаждайся... Давай, я готов. Процессом заплевывания. Погнал. А я буду уклоняться, и ты не поп... А чё я отлетел? А чё я отлетел так высоко? Давай обратно к стене. Это ты меня откинул. Ого, чё так сильно взрывается? Мега взрывы. А я понял, что это за оружие. Через Q, которое, да, запускается? Ну да. Ах ты хитрый. Ну ладно, давайте, кто там следующий? Я съел. Взорвали меня. О, пила. А! На. Она гадит как машина. Хорошая, взорвали, распилили. Что дальше вы будете со мной делать? Опять туловище впереди ног. Так, где ты, Дима? Опять сюда? А чё нельзя там, возле той стены? Это какая-то волшебная стена? О, давай на неё прям встану, он отойдите. Ну, вот, все, я прям встаю. Теперь ждем 40 секунд. Давайте проверим, насколько высоко я подлечу. Как вы думаете, я смогу подлететь выше дома? Или на какой этаж? О, сейчас приблизительно будем засекать, до какого этажа я долечу. Ну ты перед тем, как она взорвется, ты не забудь еще прыгнуть, чтобы... А я не могу поймать этот точный тайминг. Ну ладно. Я постараюсь прыгнуть. Вот, прям я смотрю, вроде бы как четко стою на бомбе. Давай, брейк лобай. Ну что, я был хорошим человеком. Желания, конечно, у вас сегодня жесткие, но я тоже не промах. Ну что, готов? Да. Все, ну... мы с тобой за компанию. Я буду прыгать. Ай-яй-яй, блин, а я вроде бы прыгнул, но что-то не сработало. Ну-то ладно, вот это там взрыв, смотрите, я в том эпицентре взрыва был. Так, кто следующий издеваться надо мной будет? Давайте, мучайте меня. О, садится на нее прям? О, давай я встану. Ой, она катится. Только потихоньку надо... Так, подожди, я не понимаю, что ты хочешь, чтобы я на ней стоял или ты, чтоб... Лучше, чтоб все сел, давай, мяч. Ну все, давай, я сел. Так я не отлечу тогда просто, я буду статично. Давайте, а так я улечу. Или ты хочешь заки... А, ты хочешь ее запустить в воздух? Увидишь. Давай, все, я готов. Так, отдаляем камеру подальше, чтобы было интереснее. И физганом, да, мне кинете?
А чё я живой? Мне ни одно хп не потратилось. А чё, стул может плавать по воде? Я этого не знал. Ладно. Ты свое желание использовал, все, ты меня не убил. Давайте тогда следующий. А все уже, все. Но все равно ты должен был убить. А, блин, А, вот так, хорошо. Хорошо, ладно, давай, Денчик, нажимай. Есть. Блин, как же я хочу гусеньку отомстить. Очень так, мощно. Прыгаю, считалочку, не знаю. Тили-тили-тролливали, этот зубик нажимаю. Тили-тили-тролливали, и сейчас мы проиграли. Гусенька мы все убьем. А потом пойдем Кирилла. Ну что, Кирилл геймер, давай я тебе загадываю. Так, там была у нас слабенькая бомба. Давайте что-нибудь теперь поярче. СЦ. А что вообще СЦ? Давайте что-то вообще эпичное. О, вот что мы сделаем. Давай, залазь на эту бомбу. Мы ее зафризим. Сейчас, короче, ты будешь гореть. Он не сел полностью. Просто сел. Ой, ладно. Смотрим, как он будет сейчас коптиться. Газы. О. Бум, это было красиво. Ой, жопа. Так, давайте следующий. Так, давайте я, Кирюша, залезай сюда. А куда там залезать? А. О, что за шифонер. О, так, отлично. Сейчас. А его будет жизни тратиться, если он будет в этой штуке стоять? Сейчас, подожди. Надо кое-что сделать, чтобы это работало. Хорошо, давай. Так давай, залазь быстрее. Нет! Пускай меня убьет. А если он потом меня будет убивать? Короче, удаляй своего чужого дурного, он всех тут мочит, не того, кого надо. Ладно. А не проще вселиться в него было и убить? Ладно, просто тогда залазь. Я ж пилпак есть, гусанек, ну. Полетел. Она не летает. Ладно, гусанек, ну она не летает. Ты меня утопить решил? Тогда утопись с гранатой. О! Бум, он живой. Ой! Да ты сдохнешь. Короче. Чё-то шкаф какой-то бронированный. Тогда, это точно. А может он не дамажит в шкафу? Смотрите, у него не умирает он. Ну реально не умирает. Ну гусанёк, ну делай красиво. Ладно. Хорошо. Ты с этим чемоданом таскаешься? Ты меня убил, но не его! Ты чего? Пусть вылазит, короче, вылазь все. Гусанёк не знает, как убивать людей. А я вылезти не могу. Ой-ой-ой! Гусанёк сегодня вообще какой-то злой. Так, кто следующий над ним издевается? Так, ну давайте я. Давай. Где там Кирюшка? На центре. Вот он стоит и ждет расправы над собой. Пошли в это здание. Вы выводите. Ну давай, идемте в здание, посмотрим, что вы ему приготовили. Короче, мне очень лень. Просто стой, центр. О, убийство с зомбаками? Жрите его! Ну и как, приятно? Что-то долго. Нормально, сейчас ты умрешь. Эй, убери своих зомби бешеных! Не на нас кидаются. Так, кто еще не издевался над Кириллом? Фокси. Ой. Что это? О, прикольный шарик. Ой. Да его зафризи просто. Я улетаю, это очень мощная бомба. И очень красиво. Смотрите, насколько будет сейчас классный эффект. Вам понравится. Но на таком расстоянии уже не убьет. Это было эпично. Красиво. Это очень красиво. Короче, я хочу сделать следующий раунд очень эпическим. Хотите? Ну, какой, давай. Да. Мы, короче, выбираете все зубы. О, даже не так сделаю. Сколько у нас же? Пятеро? Смотрите, я сейчас ставлю еще двоих крокодилов. И мы будем, короче, у каждого будет свой крокодил. И будем прям одновременно нажимать зубы. Давай. Это, ребята, интересно. Будет что-то новенькое у нас. А получается, если двое умрут, ну или, короче, а прикинь, все умрут. О, вот он будет прикол. Так, и еще одного тут ставлю. Все, если я выбираю крокодил. Все, я взял себе крокодил, каждый по крокодильчику выбрал себе. Вот, все, я выбрал. И я выбрал. И давайте на счет три нажимаем зубы. 1, 2, 3. Так, подожди, нет, теперь должен остаться один выживший. Это будет победитель этого ролика. Так, кто у нас еще? Так, гусанек, Дэн и я. Выбираем зуб. Так. 1, 2, 3. Отлично.
Пацаны, мы хорошо держимся. Еще раз. Один. Давай. Два, три. Эй, вы что тащите? Я не понял. Я должен был выиграть вас. Один, два, три. Нет! Ну и нет, я должен был выиграть. Ладно. Пацаны, хорошо. Давайте, выбирай. На счет три. Один, два, три. Дэн, нажимай. Давай. Эй, не мухлю. Ну все, вариант. А как получается, что у него один зуб остался, а у тебя столько зубов? А он просто нажимал до этого, хотел показать. А, я понял. Ну, давайте тогда дальше. Ну все, это нечестно уже. Ну, он не поддался. Все, давай. Ну все. Все, Дэн, ты проиграл. Гусанёк, победитель этой серии. Вставай возле стены, мы тебя все будем расстреливать. Вставай сюда. Ура! Ой. Сейчас. Так, пацаны, выбирайте мощное оружие. Скажите, когда будете готовы. Сейчас я крокодила все поудаляю, чтобы игра не вылетела, потому что я приготовил очень мощное все. Готовы? Сейчас. Все, стреляйте по гусаньку. Ау. Пацаны, я всех подписал, это ядерные бомбы. Блин, класс. Я думал, что следующую серию реально надо ставить каждому по крокодилу и нажимать. Это будет эпично. Настроение отличнейшее. Надеюсь, ребята, наш ролик поднял вам настроение. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Серега, Пингвинус, пацаны, поздоровайтесь. Привет, кемлетики. Всем нравится рубрика «Экстремальный крокодил-дантист. Игра на желание». Если вы текушите, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Так, ну что, давайте я буду первый начинать, а там уже по ходу действий будем смотреть. Надеюсь, я не сольюсь. Отлично, я живой. Я, ребята, придумал очень классное желание, я его потом озвучу, если я не сольюсь. Надеюсь, мне это желание потом никто не загадает. Потому что это будет угар. Ну давай, проиграй. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. А я ж нажимаю. Сваливай. Так я ж нажимаю. Я не нажимал еще. А, да, блин, а я же нарада. Серега, проиграй. Ну блин, а. Ладно. Есть. Все, теперь до меня очередь не дойдет, потому что шанс очень маленький. Просто малюсенький. Я думаю, что Серега проиграет. Это будет угар. Так. Блин. Ну все, Серега, один из трех шанс. А если сейчас не... Ой-о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 й. Вот этот зуб несчастливый, нажму на счастливый. Нет, все-таки не на счастливый нажму. Фух, слава богу, ребята, класс, хорошо, что я там не нажал. Опять. Давай, Гусанёк, пока. Знаешь, какое мое желание будет, Гусанёк? В следующем раунде ты будешь нажимать еще плюс два зуба. Я знал, что это будет подпись. Я думаю, это будет прикольно. Ну что, Серега, давай, твое желание какое будет? Ребята, не забываем ставить лайки, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. И написать какой-то классный комментарий, чтобы ролик попал в тренды. Давай, Серега. Мое желание, чтобы ты сдох 10 раз разными способами. Ого. 10 раз? Да. Ну давай. Это было 2. Челепиздрик такой. Отлично. Сейчас. Третий. Давай, это будет четвертый сейчас. Так, отличненько. Серега, молодец сегодня. Гусанёк, это прям жестко тебе наказание. Ребята, мега взрыв. Бомба, бочки и Гусанёк. Наблюдаем. Ну ждите, она будет еще пикать. Ничего страшного, мы готовы это наблюдать в вечность, как ты сейчас будешь взрываться. А что они расфризились? Ну ничего, Серега, взрыв будет. Ноль. Вот это жахнуло. Так. Все, короче. Так, теперь моя очередь. Давай. Санёк, короче, смотри. Так, все. Отойдите подальше. Сейчас отходим, отходим. Салют с гусем Саньком. Давай. Ой, красиво. Отлично. Ну что, Гусанёк, раз ты проиграл, начинай, только тебе придется теперь три зуба нажать сразу. Представь, сейчас опять проиграет. Ха-ха-ха, я буду угорать, давай. Я говорил 2 только. Ну плюс 2, да. Ну один твой и 2 моих. Не, третий еще нажимай. Ну желание такое, ну у нас же идиотские желания.
Так, отлично. Теперь я уже тебе загадывать такое не буду. Давай я тебе первый замочу. Где ты? Где ты? Все, отойдите от него. Админский пистолет в действии. О, еще в воздухе. Отлично, я давно хотел админский пистолет замочить. О, Серега танк решил взять. Все, не двигайся. Машина с пушкой от танка. Это будет четкое попадание. О-хо-хо-хо-хо, вот что откатилось. Так, давай, пингвинус, твоя очередь. Так. Это тебе подарочек. Ты косожопа. Не попал, давай еще раз. Миша, все фигня, давай по новой. Ой, красиво. Давай, Гусенек, раз ты проиграл, нажимай опять. Первый. Представьте, опять сольется. Я угорнул. Ай, блин, я бы их жестко угорнул. Ну давайте теперь я рядом нажму. Бух, слава богу. Я очередь. Отлично. Так, пингвинус. Сейчас сольется, смотрите. Вот, блин. Ну, Гусенек, давай, проигрывай. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, в свой везучий зуб нажимаем. Ай! Блин! Да он не везучий. Ну, когда как? Когда везучий, когда нет. Ну вот этом будешь падать. Ой, на тележке. Так она, я не умру, наверное. Ну ничего страшного, я тебя потом взорву. Так надо было бомбу мне положить. Вот это меня колбасит, на балкон ударился. Бам! Она не взрывается, не? Была бы. Ой-ой-ой! Я на балкон залетел, ребят. Все, я тут живу. Отдыхаю. Так, давай, пингвинус, твоя очередь. Так, Дима, давай. Стою возле стены, ты меня врезаться хочешь, давай. Да-да. Я готов. А его укапаем, ему бугать. Ой-ой-ой, я в окно влетел. Я, кстати, перед, как он меня ударил, сделал прыжок. Из-за этого в окно влетел. Ого, Серега, ты что там уже настроил? Да, давай, залази. Залажу, залажу, давай. Да. Серега, как всегда, придумает какие-то эпические желания. Это что-то сейчас будет серьезное? Да, да, да. Сейчас я закрою, чтобы ты не выбежал. Я не выбегу, я не выбегу. Все. Ну и чтобы другое не выбежало. А, да, ты понял, каких-то монстров хочешь меня наставить. Хорошо. Да. Давай, ставь. Я готов. Сейчас будет. Повыживать. Так, все? Ты никак не поднимешься? Никак, никак не поднимусь. Замечательно, замечательно. А, ты удалил эти пандусы, ну ладно. Ах ты какой, а, молодец. Так, интересно, ребята, напишите в комментариях, что он сейчас мне поставит. Кто правильно напишет, тот красавчиком будет. Лайк, но обязательно. Кого бы тебе такого? Ну-ка, эти есть, эти нексботы? Наверное, нет. Они же работают, они у тебя работают? Да, на этой карте все работает. То что сразу... Не-не, ладно, давай еще раз, давай еще раз. Хорошо, давай, 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 я готов. Я просто не ожидал, что ты в меня его поставишь. Раз, поставит. Два, три. Опа, отлично, ребята. Ну что, Абунга хочет меня поймать, и у него не получится. Серега, я долго буду так убегать. Сейчас еще будет, ты че? Ах! Да блин, я не ожидал! Все, проиграл? Все, все, хорошо, ладно. Удаляй свои постройки. Раз я проиграл, я нажимаю кнопку. Так, вот эту нажимаю. Ух, слава богу, не слился. Я уже что-то боюсь проигрывать. Я хочу, чтобы Серега проиграл. Я хочу помучить. Фиг тебе. Так, пингвинус. Так, не буду думать. Сразу вот, который зуб первый меня, я его и нажимаю. Ух, слава богу. Пронесло. Ай, Серега, Серега. Все, гусенек проигрывает. Смотрите, вот я уверен в этом. Во, вот это проигрышный зуб. Этот нажму, вот этот умру, значит вот этот выигрыш. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то я сейчас... Ай, отлично! Отлично! Пингвинус! Так, пингвинус, что мы тебе сейчас задумаем? О, я знаю, что я сейчас задумаю. Вот так и стой, вот так и стой. Сейчас мы его жестко расстреляем с этой пушечки. Отходите, все, только не подходите к нему. Так, я подальше заеду. Ого, отлетел. Жесткая машина. Очень прикольно. Поэтому мы ее пока мисс выкинем. Моя очередь. Так, давай, Серега. Так, сейчас подлагает. А что там ста... О, опять что-то поставил. Какой-то ангар. Ну, давай, наверх становись. Ты бомбу взорвешь? Физганом давайте. О, это будет прикольно, кстати. Давай. Мне интересно даже посмотреть, как это разлетится. Так, Серега решил сегодня красивое разрушение сделать. Тысячно очень мощно, надо подальше отлететь, потому что мы все сольемся. Я думаю, на таком радиусе не зацепит меня уже. Ого, разлетелось все!
Красиво! Я за текстуры улетел. Здание просто развалилось в хламину. Так, ну ладно, давай, Пингвинус, начинай. Стоп, я еще. Что там? А, ну да, я забыл. Что там уже? Хавай что-то, гусь-санек. Да, я ем. Он же гусь. Так. Что ты там решил ему сделать? Смотри, как он на балконе стоит, тусуется. Так, смотри, вставай это на вот так вот на перила. Так. Ой. И что ты ему сделаешь? Нет. Подойди еще. Подойди. А, он хочет, чтобы твой труп вниз улетел. Так, еще подходи. А, он и так разобьется. А, нет. Просрала твоя затея. А, ну все. И так пойдет. Давай, Пингвинус, начинай. Надеюсь, Серега сейчас сольется. Вот я уверен, что Сереги на очереди должна быть по-любому. Так, давайте я. Ух, слава богу, ну раз так боюсь. Ну, Серега, проиграй. Ну, проиграй, Серега. Ну, ты должен проиграть. Ой-ой-ой-ой-ой, чувствую, сейчас я опять сольюсь. Так, давайте, ладно, вот этот передний нажмем. Молочный зуб. Ай, да ну нет, ну не должно быть, ну блин, да я подался, специально проиграл. Ладно, давай, Гусанёк, ты будешь первый меня загадывать? Не, я еще думаю. Давай, Пингвинус, твоя очередь меня мучать, издеваться надо мной. Дим, встань вот сюда. Встаю сюда, вот я стою. Так. Интересно, что он уже там придумал? Ого! Она не крутится назад. Физганом разверни. Сразу видно, умный человек. Давай, я готов принять на себя выстрел. Прощай. Сожжет. Мимо. Да не, нормально, он и так попадет. Давай еще раз, у тебя получится. Ой-ой-ой, домовуха, кстати, тоже убивает. Неплохо. Так, давай, Серега, что ты опять придумал? Завази. Давай. Так, вот это я удалю сейчас, удалю лесенку. Короче, твоя задача выжить сейчас. Если выживешь, взорву тебя. Все, я удалил. Все, уже, Серега, не смогу залезть, все уже, никак. Так, короче, так, я поставлю сейчас парочку NPC-шек. Давай, только не сильно мощных. На этот раз не NextBot-ы. Ну давай, хорошо. Ой-ой-ой, вот это, кстати, прикольный. Давай, я хочу, чтобы он стену поломал мне. А чё это за читерство? Он должен так бегать? Я тебя буду еще бить монтировкой сейчас. Смотрите, ребята, я сейчас еще выиграю его. Щенок, я сзади. Я сбоку. Дима, ты не думаешь, что это легко будет? Ой-ой-ой, там у меня уже 20 хп всего. Ай, ты еще одного поставил! Пусть ломает стену. А, они стену не хотят ломать, да? Давайте вот сюда. О, вот так вот встану. А, о, отлично. Да ё-моё! Ай, да я застрял! Да я поддался. Ладно, убили. Давай, Гусанёк, покажи вещи, как надо издеваться над людьми. Вставай в поле. Встаю. Смотри, отключи это искусственный интеллект, NPC. Он выключил, да, есть. А, ты вот так хочешь? Да. Ты меня ещё ж не поймай, ты ж меня поймай. Ладно, мочи. Так как ты на расстоянии убил? Это же нечестно. А давай, может, ты, Серега, умрешь, то мы тебе желание загадаем все-таки. Да, не хочешь? Если вам понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Где взрыв? Серега сегодня у нас поджигатель взрывных бомб.